Следующая асана называется вира-асана. Вира значит герой. И эта асана внушает героическую идеацию. Идеация что такое? Чувство, поток чувства. Ты чувствуешь себя героем в этой асане. И вот эта вира-асана, она также охлаждает голову, то есть поддерживает, убирает лишний жар и препятствует выпадению волос. То есть она для тех, кто облысением страдает, эта асана помогает. Делается так. И эта асана на самом деле это дхьяна-асана, то есть это асана для медитации. Вот, для продвинутых уроков медитации эта асана используется. Для некоторых продвинутых уроков медитации. Вот, знаете ее, как она выполняется. Ну и в принципе можно начать осваивать, те, кто имеет такую амбицию изучить высокие уроки медитации, то умение выполнять эту асану, оно очень-очень важно. Вирасана. То есть в этой асане мы будем сидеть, опираться либо вот на эту поверхность. Видите, у меня согнутый. Вот так. То есть вот на этой поверхности я буду сидеть. У меня здесь уж такие мозольки наросли от практики этой асаны. Вот, либо вот на этой поверхности. Вот здесь. Вот сюда. Либо самый-самый такой начинающий вариант, это вот на взъеме просто сидеть. Но пятки тогда должны быть рядом поставлены. То есть не порознь, а рядом пятки. Вот, и я сажусь вот так, пятки вместе. Пальцы вот так в направлении паха. Тыльной стороной ладони ложится, тыльная сторона ладони ложится на бедра, спину прямо, грудь раскрыта, взгляд вот сюда на кончик носа. То есть глаза немножечко съезжаются. Вот так вот сижу. Длительность. В случае, когда вы практикуете ее в качестве урока медитации, то ачарья, когда будет обучать вас продвинутому уроку медитации, он укажет вам, какое время нужно в этой асане находиться. И какое время нужно делать урок. Вот. Ну а так, для практики подготовительной, ну, можно сделать 3-4 подхода по минуте, по 2. Вот так это называется вирасана. И эффект асаны, она дает тебе, то есть в ней присутствует боль, неудобно сидеть, очень болезненно. И вот эта боль, когда ты ее превозмогаешь, эту боль, у тебя появляется чувство превосходства над телом. То есть ты больше не тело. Тело это твой осел, которым ты управляешь. Вот. Он тобой не управляет. И вот это вот героическое чувство превозмогания материи, материального аспекта, вот это вот развязывание с телесной обусловленностью, это то, что вот дает вирасана. И вот та высвободившаяся энергия, которая получена в результате практики вирасаны, она может быть использована в продвинутых уроках медитации, в частности, в тех уроках медитации, в которых необходимо взять под контроль чакры или центры нашей психодуховной. Без этой психической силы, без этого острой, заостренной воли ты ничего не сможешь со своими чакрами сделать. Вот. И эта асана, она очень является важным аспектом вот таких вот высоких медитаций. Дорогие друзья, спасибо за просмотр видео. Оно является частью проекта «Уроки медитации». Это онлайн-ресурс по освоению основ йоги и медитации. Для того, чтобы это освоение происходило не хаотично, оно происходило системно. Йога – это 99% практика, 1% теории. Я рекомендую вам подписаться на рассылку. Для этого нужно зайти «Уроки медитации» слитно «Уроки медитации.рф».
там оставите свой электронный адрес и свой город, и с этого момента начнут приходить видеоуроки. В этих видеоуроках дается практика некоторая, и дальше дается домашнее задание. Вы получаете это, практикуете, и потом следующий урок приходит. И таким образом вы очень системно, очень грамотно, очень гладко осваиваете вот эту вот науку, тонкую науку о медитации. Курс получился очень вдохновляющим, я получаю прекрасные отзывы от слушателей, много очень таких хороших слов, и я сам вдохновлен, то есть я не думал, что по интернету можно вот так вот обучать, но на самом деле получается еще более эффективно даже, чем очно, потому что есть вот эта вот система такая незыблемая. Вот, так что подписывайтесь, и когда не хочется ждать 3 дня до следующего выпуска, тогда вы можете пользоваться YouTube-каналом, подписывайтесь на него, и вы будете получать все самые свежие обновления, все вот эти вдохновения, которые внезапно озаряют и приходят, и они записываются, то есть они все ваши. И на YouTube-канале среда очень такая демократичная, широкая, то есть там есть большие лекции, кому-то нравится там по 2 часа слушать лекции, есть маленькие совершенно вдохновения, есть практики физические, есть практики медитативные, есть философские вещи. Вот, ну, все, вникайте, подписывайтесь, и если вам нравится, то делитесь с своими друзьями, за это тоже я очень признателен. Всего доброго.